Добрый день, в эфире новости из ДКГУ. Октября 2017 года в ДКГУ имени Утемисова состоялся круглый стол из серии экспертных встреч «Модернизация 3.0. Рухани Жангару». В ходе мероприятия были обсуждены вопросы хода реализации проекта «Туганжер» Западно-Казахстанской области, являющегося одним из 6 ключевых проектов программы «Рухани Жангару». В работе круглого стола приняли участие более 40 представителей научно-экспертного сообщества, НПО, местных исполнительных органов и молодежи. С приветственным словом к участникам обратился аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, отметивший достижения области в ходе реализации программы «Рухани Жангару». Директор Института евразийской интеграции Ганин Нығыметов в своем выступлении отметил, что глава государства в своей статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» поделился своими концептуальными идеями изменения общественных отношений сознания с целью продвижения Казахстана в 30-ку передовых стран мира. Также спикерами мероприятия выступили директор инспекции по защите историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области Талгат Жусупкалиев, доцент ЗГГУ имени Махамбета Утемисова Турар Шайхиев, директор Западно-Казахстанского центра детско-юношеского туризма и экологии Виктор Фомин, который отметил важность реализации программы в деле воспитания молодежи страны, и руководитель проектного офиса Рухани Жангару по Западно-Казахстанской области, депутат областного маслихата Салтанат Туманбаева.